Следующее стихотворение, вот с таким небольшим философским смыслом. Для себя за городом на веранде я представил, было тело ночью, я представил, глядя на звезды, что звезды — это души умерших людей, которые сцепились за звезды и смотрят на нас с небес и видят все наши грехи и хорошие стороны. Стихотворение называется «Пророки царства неживых». Узором звездного фонтана украшен лунный небосвод. Такая чистая поляна освободит от всех забот. Картина ночи и покоя, блаженство высшего звена. И наслажденью нет отбоя, и мысли мчатся в небеса. Вдруг оживают грезы фей, кудесницы волшебных дум. Мелодии певца Орфея заполняют кроткий ум. Наполнен негой каждый орган, и тишина благоволит. Природой будто околдован, весь мир сквозь шепот говорит. Не спи, поэт, мечтай и мысли, а сон забудь, прошу тебя. Там, вдалеке, застыв, повисли на звездах души егоря. Они не спят и видят вечно пророки царства неживых. Твоим раздумьям навстречу спешат с окрестностей своих. Языкотворец, внемли свету вселенских мудростей и слов, и не забудь о них к рассвету, когда спадет ночной покров. Спасибо большое.